С 1 сентября учебный военный центр Ивановского государственного энергетического университета станет военным учебным центром. От перемены мест слагаемых значение для абитуриентов не меняется. Здесь по-прежнему будут готовить офицеров кадра и офицеров солдат запаса. По своему статусу центр теперь ничем не будет отличаться от столичных. Параллельно с вузовским образованием можно получить еще и дополнительное военное за 4 года. Но абитуриент выбирает, что ему ближе. Во-первых, либо какая-то военная связь, а у нас три связи. Это спутниковая связь, релейная тропосферная связь и проводная связь. И к этой специальности у нас две гражданские специальности, то есть, опять же, высоковостребованные специальности. И даже если у молодого человека что-то не получится в армии, такое тоже нельзя исключать, правильно? То есть он 3 года отслужил, и он может уже пойти либо в область связи на гражданку работать, грубо скажем, да? Либо по диплому, по предназначению, которое даст ему ВУЗ. Распорядок такой. 5 дней в неделю эти ребята – обычные студенты энергоуниверситета. И 1 день – учащиеся военного центра. В форме с белыми воротничками. За хорошую успеваемость положена солидная стипендия. Первый курс – это 1,5 стипендии, установленной федеральной стипендии. Второй и последующий курс – это 3-4 стипендии, в зависимости от того, как он учится у нас. То есть молодой человек, который хорошо успевает, получает и в ВУЗе стипендию, и 4 стипендии у нас. Ну, достаточно хорошая сумма получается. Выпускникам военного центра после 4 лет обучения предоставляется право прослужить 3 года на офицерских должностях в вооруженных силах. А дальше предстоит решить – идти в энергетику по направлению в связь гражданскую с опытом работы или остаться в армии. Еще проходя службу во вооруженных силах Российской Федерации, я понял, что мне нужно встать на ноги, получить хорошее образование и дальше как-то в жизни двигаться. От своих друзей я узнал, что в моем родном городе есть такой центр, который обучает офицеров, чтобы дальше как-то развиваться в жизни. Зачисление в военный центр рейтинговое. К уже имеющимся баллам ЕГЭ добавляются баллы за физическую подготовку. Обучение бесплатное. Количество мест определяет государство. Например, набор девочек с прошлого года приостановлен. Но это явление временное. Тем более, что прекрасную половину человечества военная стезя тоже привлекает. Нет, не сложно. У нас прекрасная группа, мы все отлично ладим. Вот я сначала, конечно, переживала, что я буду одна девушка, но оказалось все совсем наоборот, все отлично. Ты одна девушка? Ну, во взводе у нас 2 девушки, а в своей группе я одна, да. Учебный военный центр ИГУ в рекламе не нуждается. В настоящее время здесь проходят обучение студенты из 12 регионов России. Все, кто хотят получить 2 образования за 4 года, о нем знают. Минус, пожалуй, в том, что в регионе он единственный. И подготовка в запас ведется на данный момент только для студентов энергоуниверситета. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.